Всем привет, ребята! С вами снова я, Альдина Цемеха, и сегодня мы будем начинать новую игру. Я слышал, что многие игроки, которые играли в Brawl Stars, перешли в эту игру. А если поточнее, как я понял, клон CSGO Standoff 2. Вы сейчас можете увидеть все на экранах, но не буду вас долго задерживать. Сразу давайте поставим лайк и, пожалуйста, давайте подпишемся на канал. Напоминаю, на 250 подписчиков выйдет третья часть моего личного сериала. Ну что ж, не будем много вас заставлять ждать. Приступаем. Сейчас вы можете увидеть мой ID, мой ник, там иконку. И да, у меня уже 13 уровень. Вот так, 13. На самом деле, тут много чего было. Уже так прикольно, на самом деле. И скоро будет новое спрей. Потом еще в иконке. Но самое прикольное, где-то, вот на 30 уровне, Desert Eagle Hunter. Ладно, не будем смотреть в будущее, надо смотреть на сейчасшнее. Тамания режима. Так, я уже сюда, как вы можете увидеть, донатил, да. Вокруг играю, кстати, 2021. Если вы играете в стендов, напишите, когда. Если вы не играете, напишите почему. Так, что у меня тут? Давайте посмотрим. А у меня тут кейс, я уже закупился, да. Давайте по редкости поставим. Так. Ну что у меня с друзьях? У меня в друзьях все плохо, клана нет. Ну что же, давайте сейчас быстренько посмотрим, какие у меня вообще есть пушки. Так, где? Вот, первая пушечка. Это у нас вот такой вот G22 скилл. Достаточно прикольная змейка. Это раньше мой был один из любимых скинов. А запомните, один из любимых. Потом появился в моей жизни вот этот скин. Он стал моим любимым. Это FaceZap. Камон. Скин. Это Sharp. Ну, мне очень нравится, потому что он фиолетово-белый, ребята. А я, наверное, вы надеюсь, знаете, что, но я люблю фиолетовые скины всякие. Все, что фиолетовое, мое любимое. Так, потом идет первый автомат. Это FN Fall Aquamarine. Камоновский. Скорпионовский. У меня еще тут здесь висит такой брелочек с зайчиком. Вы, наверное, тут видите, он такой сверкает. Так. Идя дальше. Скин на дробовик. СМ-1014 бластер. Камоновский тоже. Это вот такой вот дробовик. Такой желтенький, такой огоньком. Не нормально. Ой, ё-моё. Так, а это был мой самый первый скин. FBM West, come on. Ну, у него достаточно прикольный окрас, но я его снял, потому что я купил другой скин, а это дробовик. И у меня тут, кстати, тоже есть брелок в виде гифтбокса. Когда мне дадут обычный гифтбокс, фиг знает. Их вообще дают? Напиши в комменты, плиз. Так, идем уже к редким. Так, тег 9 аура. Этот скин я покупал. Потом, раньше у меня был другой скин. Я вам покажу, когда я типа скажу. Ну, прикольная такая расцветочка необычная. Потом скин, который не так давно выбивала. АМ-45 пиксель версия 2. Это вот такой скин пиксельный. Мне чем-то напоминает вирусного 8-бита из Brawl Stars. Короче, стендов Brawl Stars. Так, где дальше у нас вот этот автомат, самый такой странненький, MP5 Dusk, тоже шарбокса, вот такой вот розовенько-черно-белый, ну, в принципе, нормально, мне нравится. Идя дальше у нас вот это M110 Pursuit, мне очень нравится раскраска, сама пушка не очень, но раскраска, во. И я, кстати, дальше, где у нас вот, Spass Vesper Haze, Мы однажды с другом играли на этот скин, к счастью, он меня не выиграл. Если бы выиграл, вот так расстроился, потому что этот скин такой красивый, белый, с таким оранжевым хорошо сочетается. Если у вас есть голда, советую такой скин покупать. Так, и спрей не считаем, спрей мы не будем смотреть. Так, потом, уже редкие. P350 Они. Я этот скин покупаю не потому, что я хочу на пушку, а потому что мне нравится Они. Мне, как и в самом Brawl Stars, нравились Они. Спасибо, Лего Ниндзяго. Ну, у нас такой этот черт, но Они. Да ладно, неважно. А потом. Beetle Soul Devourer.
Это пушки, это любимый вид пушки моего друга. Я специально ему назло купил этот скин и убивал с этого скина его. На самом деле пистолеты нормальные. Потом, по-бырому, ход Winter Party, вот такой вот фиолетовенький. И Акаренану. Не, ну я не мог не купить этот скин, вы о чем? Потом, скин на мою любимую снайперку, АВМ Полярная Ночь. Ну, такой скинчик, так себе. И моя первая Star Trek, это вот такой вот Star Trek, я его купил за 25 голды где-то. Потом, у меня несколько эпических пушек, вот такая вот, раз, М4А1. Потом вот такой вот золотой АКР-12 Steam Beast. Еще вот такой вот на Famous Anger Epic. Ой, Epic это редкость. Famous Anger. А потом надо еще одну снайперку. M40 Day of the Christmas. Такая зелененький. И последний эпический. FBM Parrot. Это, кстати, тот скин, который я заменил вместо зеленого. Потом спрей и погнали, ребята. Леги и одна аркада. Одна аркада, ребята. Я в аркаде вообще не думал. Так... G22 Gazol, легендарный. Вот такой красивенький. И сразу идет Desert Eagle. Orochi. Это вроде бы тоже что-то между Они теми. Как я помню. Потом. MP7 Leech. Вот такой вот скелетон страшненький. Ну вот не страшненький, нифига. Прикольная пушка. О! MAG-10 Melt Away. Я помню это обновление. Я хотел эту пушку, но не смог ее получить. Поэтому ее купил. Такая легендарная пушечка. М4 Лизард. Да, у нас тут такая фигня, дракон какой-то. Последняя легендарная пушка. М60 Гранк. Не, ну это что-то мне напоминает гиперпанк какой-то, реально. В цветах гиперпанка. Ну и мое достоинство. Фессе Вена. Не, ребята, посмотрите на эту красоту. Это же аркана. Аркана, ребята, ладно. Скины мы все мои посмотрели. Давайте, перед тем, как мы пойдем в пробный бой, откроем шарбокс. Погнали, открываем. Хоп. Посмотрим, что мне выпадет. Давай что-нибудь прикольненькое. Desert Eagle Glory. Серьезно, камоновский Desert Eagle? Ребята, если хотите, напишите. Я могу этот Desert Eagle вам разыграть. Где он тут? Ну, камоновский, да, вот Desert Eagle. Я что его применил? Снять, дядя. У меня, где мой Desert Eagle, который легендарный? Вот он. Применить. Ребята, кстати, я коплю на какой-нибудь необычный нож. Если у вас есть ребята, которые много голды, плиз, скажите, можете мне ее дать. А именно, скажите какой-нибудь скин. Скажите какой-нибудь скин, допустим, вот этот, G22 Scale. Вот этот. Пожалуйста, скажите мне, какую сколько цены вы хотите купить у меня, потому что я коплю на какой-нибудь нож, у меня только на нож я на одну пушку нету. Пушку-то я куплю, но нож так хочется, поэтому если тут есть добрые люди, у которых есть много голды, плиз, скажите мне. Ладно, так. Мы посмотрели. Давайте еще Империи бокс откроем. Мне интересно, что отсюда мне выпадет. Мне отсюда выпадает. Что это? Why, Uncle? Why? AMP-45 Perfect Dream. AMP-45, это что это? 5 Perfect Dream. Где этот AMP-45-то? Камоновские, да, пушка? А, вот. Но она не сильно отличается, короче, да. Еще у нас теперь, ребята, вот такая пушка есть. Так, ладно, давайте пойдем уже в какой-нибудь бой. Пошлите, наверное, не так. Давайте вначале в командный бой, как по классическому, сыграем. Сейчас будем играть. Так, все, наверное, буду выбирать спецназовцев, как я раньше всегда любил. Когда еще не знал, что сноповская популярная игра. Сейчас загружаемся, ребята, загружаемся. Посмотрим на реакцию ребят. Так, все, погнали. Во, у меня вот он, мой эпический скинчик. Что-то со звуками. Да, ребята, что со звуками случилось не так. Серьезно, что же пошло не так?
Значит, у нас есть какая-то чумачеча тут. Давайте его вынесем. Я псих. Так, о, убили. Как-то, ай, меня тоже убили. Пофиг. Так, давайте возьмем что-нибудь то, что, над чем я умею играть. Давайте. Чайное оружие мне не надо. ФСшку. Погнали. Так, подождите. А мне нужны настройки. У звук. Что за звуком? Что за звуком, ребята? Звук пропал. Ребята, помогите. Да, хочу. Как? А что звук? Короче, ребята, звука что-то нет, пофиг. Я потом это проверю после этой каточки, потому что нас разносят дети. Да блин, ничего. Найт Фури, их тупой. Я же их убью сейчас. Есть. Одного ваншотнули. А ничего, что? Я тут только килл совершил. А где? Мои тиммейты опять, как всегда, тупят. Давайте возьмем вот эти двойные пистолеты, что ли. Да, блин, откуда они там? Короче, все, ребята, надо вспоминать, как играть. Не, я не вспомнил. Без звуков сложно играть. Короче, ребята, подождите минутку, мне надо это перепроверить, потому что без звуков я просто не смогу играть. Так, ребята, значит, у меня что-то с игрой случилось. О, звук есть. Ребята, игра сама починилась. Возможно, некоторые моменты вы там не увидели, но ничего. Так, что давайте сделаем? Давайте откроем Fable Box. Вдруг повезет. И не повезло. Ну, ребята, пушечка. Значит, рынок. Так, у нас есть разные пушечки тут, но мне это не надо. Так, давайте вначале... что берем? Рэй, Эпик, Легенды, пушечки, USP. У меня нету только на USP. Что можно купить на USP-шке? Давайте купим легендарный скин, наверное. Ну, давайте вот этот легендарный скин купим. Так, все. Заказать, да. А что за 25 голды? Все, ребята. У меня есть скин на USP. Примите это. Ладно, давайте, ребята. Смотрите, давайте откроем перкейс. Давайте все помолимся дружно, чтобы мне выпали перчатки. Погнали. Desert Eagle Orchi. Что? Легендарный, допустим. Мне опять выбор... мне выпал Desert Eagle Orchi. Ладно, Revenge Box. Давайте, ребята, открываем Revenge Box. Вдруг повезет. Вдруг повезет на что-нибудь не более-менее необычное. Что это? Это М40 Impale. Камоновский. Допустим, ребята. Шарбокс. Открываем. Шарбокс. Посмотрим, вдруг что-то отсюда новое выпадет. Не выпадает. Опять Desert Eagle тупой. Допустим. Последний бокс, ребята. Шарбокс. Отсюда могут выпасть тычки. Не выпадает эпический автомат. Прекрасно. Ничего мне хорошего не выпало. То есть. Ну что, ребята, значит, сейчас будем продавать. Значит, ребята, я буду продавать Desert Eagle за 1000 голды. Те, у кого есть голды, пожалуйста, купите. Мне это очень сильно поможет. Я сошел с ума. Так, значит, фильтры. Как это? Пушка Desert Eagle. Вот он. А, камоновские, да? Камоновские Desert Eagle, вот, ссылку просто даю. А, продать. Вот этот выбираем. Ребят, смотрите, я сейчас лучше укажу другую цену. Давайте за 500. Ровно за 500 голды. Создать. Все, ребята. Магазин, рынок. Мои запросы. Вот, ребята, это все пушки, которые я продаю. Пожалуйста, их, и кто может, купить их. Да, так, дом один, Desert Eagle. И что там еще у меня? Что у меня еще? А, Desert Eagle Orchi. Desert Eagle Orchi я, наверное, оставлю. А давайте, знаете, что сделаем? Крафтинг. Давайте скрафтим. А, не могу ни с чем. Хотя, не, я могу. У меня есть это. Я могу купить какую-нибудь легендарную пушечку.
легендари применить. Давайте легендарную пушку купим. Что можно купить? Давайте за 15 купим вот это. Окей, купили. Хорошо. И еще что-нибудь давайте купим. Какую-нибудь еще и пушечку Лего. Дезерт Иглорча. Тут у нас. Что у нас есть еще такое, чем что мы могу купить? Ну, чтобы много денег тоже не просрать. Ну, давайте попробуем. Так, значит, еще давайте еще купим. Давайте еще второй газуал купим. Заказать. Да, второй газуал купим, значит. Хорошо, заходим в инвентарь. Крафтинг. Выбираем вот эту пушечку, потом газуал и орчи. А 10 скинов одинаковая цена. Ну, значит, не можем. Значит, не можем, ребят. Значит, знаете, как это делается? Это делается легко. Вот тут даже спорт продается у нас. Значит, какая у нас там G22, да? Фильтры. Ищем G22. Применить. Вот он. Кстати, G22 Frosty Vine за 47 продается тут. Прикольный скинчик, прикольный. А продать вот этот. Давайте указываем цену, ребята. Давайте в 100. Создать. Создается. Голды вот. И вот, мне кажется, можно купить вот этот скинчик. Давайте осмотрим, на что. Revile Collection. Коллекция Revile. Вот такая птица ледяная. Ну, а чё бы и нет. Заказать. Все, ребята. Так, все, кыш. Вот это, ребята, пожалуйста, покупайте. Вы попадете. Те, кто купили, напишите свой ID. И в следующем ролике постанов вы будете показаны. А инвентарь наш, кстати, пополнился. Редкость. Вот. Инвентарь наш значительно пополнился. Давайте еще, не знаю, вот этом все равно я не буду найти на рынке. Вот, продать. Выбираем. Указываем цену, давайте, в 70. Создать. Рынок, мои запросы, вот они. Вот пока что все, что я продаю. Нормально. Нормально, мне кажется, купят. Мне кажется, и что, кстати, еще что там? У меня еще автомат. Кстати, ребята, автомат будем разыгрывать за 10 голды. Погнали, значит, это эпический М4А1. Эпический М4А1. О, за 5 голды все. Так, продаем, который не копирован у меня. Разумно. Продаю за... Давайте, ребята, за сколько? Давайте за 17 голды продавать буду. Все, погнали. Магазин, рынок, мои запросы. Ну вот, давайте, ребята. Надеюсь, вы это купите, потому что вы мне очень сильно поможете. Ну, а с вами был я, Алекс12. И увидимся в следующих роликах по разным играм. Всем пока-пока.